Я понимаю, что ты имеешь в виду. Рита сама, Сушан сама. Этот голос? Сусан? Сюзанна? Что она делает? Здесь. Так. В смысле? Сюзанна? Я знала, что это ты. Сушан сама. О, Рита сама тоже здесь? Да, мы на боевой задаче в этом районе. Но разве ты не была все еще на корабле? Да, я не знаю, как долго меня не было. Я только видела, как Альвитер заботилась обо мне, когда я проснулась. Она могла справиться со своей работой на борту, поэтому я поспешила в твоем направлении. Я не только ничего не нашла, но еще и постоянно сталкивалась с монстрами. Я была вынуждена иметь с ними дело, продолжая свои поиски. Монстры? Ты действительно потрясающая, Сюзанна! Так вот, кто причина всего этого. Я причина? Сушан сама, что вы имеете в виду? Сушан сама говорит, что после всех неудач, с которыми вы столкнулись, скорость, с которой вы уничтожили воображаемые конструкции, фактически была на одном уровне с нашей. Ты выбрала неправильный путь, но твои боевые действия достойны похвалы. Воображаемые конструкции? В мануале не сказано, что они... Да, иногда они очень раздражают. Я хотела сказать это. Ты можешь быть уверена в себе, Сюзанна? Тогда, когда я бродила по миру, я была большим новичком, чем ты сейчас. Не говори так, Сушан сама. Они выглядели как растения, поэтому я думала, что это очень слабые монстры. И поэтому... Вот стесняшка, блин, Сюзанна. Преднамеренно или нет, результаты никогда не лгут. Дюрандал сама и я примем во внимание силу, которой ты располагала. В нашей следующей оценке производительности и с того момента мы будем давать тебе задачи, которые действительно помогут тебе стать лучше. Но прямо сейчас мы должны вернуться к нашей текущей миссии. Истина. Действительно. Позволять себе волноваться во время путешествия по миру – это ужасно. Ужасное последствие. Я не буду беспечной.